Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про розвиток миколаївського міні-футболу та футзалу. У нас в гостях заступник голови міської федерації футболу Олександр Бобров. Вітаю вас, Олександре. Добрий день і добрий день, наші телезрителі. Олександре, в федерації футболу ви займаєтесь розвитком саме міні-футболу та футзалу. Як ви це робите і яких успіхів вже досягли? Ну, начнем с того, что я это делаю не сам лично, а это делает наша команда, которая сформирована городской федерацией футбола, и также с участием тех команд, тех представителей команд, которые желают участвовать в чемпионатах наших соревнованиях. Ну, цікаво. Скільки команд розпочинали колись? Значит, грати в міні-футбол. Да, начинали в міні-футбол, это на открытых площадках, начинало 6 команд у нас. На данный момент уже их более 40. Це який рік був, коли вони розпочинали грати? Міні-футбол, это уже 7 лет. Футзал начинало 12 команд, но это где-то уже более, почти к 20, скоро будет юбилей. На данный 20 років? Почти 20 лет. На данный момент уже более, то есть в последнем чемпионате по футзалу участвовал 53 команды. То есть мы... Дуже серьезная кількість. Да, большое количество, и хочу сказать, что на одном из совещаний в Киеве по мини-футболу, футзалу, нам сделали как бы благодарность и поставили всех в известность, что Николаев по количеству команд победил даже Киев, учитывая условия их проведения соревнований, соответственно, и наших. То есть то нехватка залов и полей там и так далее. Приємно. Да. И мы також вас всім вітаємо. Взагалі, от мини-футбол – це літній і весняний вид спорту. Футзал – це зимовий вид спорту. От скажіть, будь ласка, скільки дивізіонів існує в миколаївському міні-футболі та футзалі? Понял. В міні-футболі зараз в літньому чемпіонаті участвує около 40 команд, розділені на 4 ліги. В футзалі участвувало, як я вже сказав, 53 команди, вони були розділені на 6 ліг. Потому что уровень, допустим, высшей лиги и уровень шестой, ну, значительно отличался. То есть там люди приходили, любители, люди просто желающие посоревноваться, показать, выразить себя, будем так говорить. Скажите, пожалуйста, есть спортивный принцип? То есть команда, которая занимает последнее место в высшей лиге, она... Да, естественно, существует спортивный принцип. Команда, занявшая последнее место, переходит в более нижнюю группу. Команда, занявшая первые или призовые места по своему желанию, ну и по нашим регламентирующим документам, они, естественно, переходят в более высшую лигу. На данный момент вот в чемпионате по мини-футболу сейчас... Мы бачимо зараз кадры. Да, идут кадры как раз мини-футбола. Играет команда Рексим и Никотера. Вот я хочу сказать, что как раз команда Никотера, вот она и пошла в высший дивизион летнего чемпионата. Ну, вместе с ней спортивный клуб Николаев, Николь, Тотал и Леон. То есть команды захотели поучаствовать на высшем уровне. Якщо хлопці змагаються, то треба десь тренуватися. На яких базах відбувається, як змагання, так і тренування? Ну, соревнования мы по мини-футболу мы проводим. Основное – это площадка с Дюшор Николаев и площадка ДЮСШ-5. То есть нам там позволили, мы на договорных там каких-то этих самых проводим наши соревнования. Для тренировок, к сожалению, площадок катастрофически не хватает. Если есть возможность, я бы обратился бы ко всем предпринимателям и людям, которым не безинтересен этот вид спорта, вкладывайте деньги вот в эти вещи, оно окупится сторицей. Звичайно, ось, якщо хтось з глядачів, які грають в футбол на аматорському рівні, десь во дворах, десь там на якихось там майданчиках інших, захочуть взяти участь у чемпіонаті Миколаєва, що їм робити, до кого звертатись, як стати учасником цих змагань? Ну, хочу вам сказати, що дуже багато приходять зі сторони болельщиків посмотреть на наші соревнования. І как бы, ми не скриваємо, йдуть слух о нашому соревнованні. І люди вже обращаються.
Много очень просто коллективов различных предприятий, там просто товарищи со двора. Пожалуйста, Федерация футбола города Николаева, открывайте сайт. На сайте есть наши телефоны, звоните. Мы готовы принять любую команду для наших соревнований. Але розпочинаємо на змагання, звичайно, з найнижчої ліги. Есть команды, которые приходят и говорят, нет, мы не хотим низшую лигу. Мы уже как бы тут во дворе отбились, мы уже хотим повыше. Ну, а спортивный принцип існує? Спортивный принцип, конечно, есть, но иногда по заявке команды мы смотрим, ребята, ну у вас же тут футболисты есть, то есть это уже как бы обговаривается персонально. Протестів не існує? Чому вони не з нашої ліги розпочинають, а вище? Более вище. Нет, протестов нет. Мы перед каждым чемпионатом мы собираемся, обсуждаем наш регламент, обсуждаем все вопросы, связанные с проведением соревнований. И поэтому там люди видят все заявочки, кто где на что способен. И поэтому как бы нет претензий и протестов по этому поводу. Взагалі, найкращі команди Миколаївщини мають право грати десь на серйозному всеукраїнському рівні, адже існує декілька ліг, національних ліг, там також дуже серйозні баталії. Несомненно, чемпіони і призери наших соревновань, вони приглашаються однозначно в Асоціацію футзалу України поучаствувати в чемпіонатах України. В прошлом году у нас выступала команда «Арсенал», вышла, она поехала в Одессу на всеукраинские змагання. В позапрошлом году «Автомир» команда ездила. В этом году две команды «Алектор» и «Никотера» участвовали в Одессе в таких соревнованиях. Ну и хочу сказать, что у нас еще есть ветераны, и вот буквально в ближайшую неделю президент Федерации футбола города Николаева Александр Пасечный повезет команду ветеранов 40+ для участия в чемпионате Украины в Одессу. Ну, мы бажаем им успехов. Да. Дуже хочется, чтобы наши хлопцы были среди призеров. Звичайно, это складно, но все ж таки. Ну да, есть трудности в финансировании, есть трудности в тренировочном процессе, в одежде, в экипировке арбитров. Но тем не менее, кто, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Кто хочет этим заниматься, тот находит возможность этим заниматься. Ось с, так бы мовити, с дорослым футзалом та мини-футболом все зрозуміло. Є ліги, є спортивний принцип, а чи ведеться підготовка юних спортсменів з цих видів спорту? І, звичайно, хто і на яких базах займається підготовкою цих юних спортсменів? Ну, к нашему величайшему сожалению, мини-футбол и футзал не практикуются. Школы там ДЮСШ, СДЮШОР не практикуют этот вид спорта, хотя он сейчас чрезвычайно на подъеме. И некоторые мальчишки могли бы, которые ну, в силу каких-то физических там, или других обстоятельств не могли играть большой футбол, они могли бы проявить себя в футзале, в мини-футболе. Есть слух, что КДЮСШ «Коммунаровец», знакомый наш Роман Сенкевич, когда-то команда была, вот тренирует детей. Ну вот пока связи с ним нет. Я думаю, мы в ближайшее время мы будем все-таки проводить, как и в прошлом году мы проводили чемпионат детских по футзалу. Я думаю, мы пригласим и их команду. И они желали в прошлом году их приглашали на всеукраинские соревнования. Ну что-то не срослось там, не поехали ребята. Тобто дитячим футзалом та футболом нет. Поки що на рівні там ДЮСШ цього поки не існує. Тільки а ви ведете якісь перемовини з директорами шкіл? Заохочуєте якось їх? Ну як заохочуєте? Нужен тренер, во-первых, это специфический вид спорта, это совершенно как бы другой вид спорта. Нужен тренер, желающий, который был бы этим заниматься. И нужно желание директора спортшколы открыть, допустим, по футзалу там какую-то секцию. Если это будет, будет великолепно. Ось вы спілкуєтесь с коллегами из інших міст, с інших областей, регионов, а там ведется підготовка юних спортсменов? Футзал, там мини-футбол. В некоторых регионах есть, но это, как правило, большие. Это Донецк, это Львов, это Киев и так далее. В таких областных центрах, как наш, ну, относительно. То есть практически, но я думаю, в ближайшее время будет подниматься детский футзал. Я же, и мы в прошлом году провели полноценный чемпионат по футзалу.
Сейчас, в этом году, мы опять начнем детский футзал. Дай Бог нам поможет «Заря Маш» проект, директор спорткомплекса Виталий Барский, залом, и детей мы проведем на высочайшем уровне у него в зале. Цікаво, ми вже знаємо, що з цих видів спорту проводяться також і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу, мабуть. Проводяться. І цікаво, миколаївці серед претендентів на участь у збірних командах України є чи ні? Пока ні. Пока миколаївські команди повинні пройти наш чемпіонат, вийти на чемпіонат України, ну і, звісно, хтось із тренерів екстраліги, де приймають участь в європейських соревнованнях, мирових, замітить їх, ну, я думаю, пригласять. Є у нас достойні ребята, зараз просто назвати всіх нет можливості, але достойні ребята є, як і достойні команди. Ну, чесно, що ефір, на жаль, вже добігає завершення, дуже стислий час. Але все ж таки, що б наостанок ви побажали нашим телеглядачам, прихильникам спорту, прихильникам футболу, міні-футболу, футзалу? Ну, напоследок, конечно, хотіла сказати, ребята, давайте играть в футзал і міні-футбол. Это прекрасный вид спорта. И давайте его развивать. Хотелось, конечно, заметить, что вот когда в футзале было, ну, минимум команд и мини-футболе, никто на него не обращал внимания. Стыдно даже сказать, как его называли. Сейчас, когда мы вышли на такой уровень, что едем на чемпионаты Украины, появилось слишком много функционеров от футбола, от политики, которые как бы как швондеры. Давайте поделим, разорвем, растащим, и каждый будет заниматься своим кусочком и себя прославлять. Ну, не хотелось бы этого делать, хотелось бы, чтобы футзал развивался, чтобы большое количество команд у нас было, чтобы появились у нас новые прекрасные залы и площадки. Ну, а мы со своей стороны, как с Федерацией футбола, и как я, как ее занимающийся футзалом, я думаю, мы дадим тот уровень и найдем для ребят достойные чемпионаты и игры, чтобы они участвовали. Соответственно, и призы, и награды. Мы же, звичайно, бажаю, що ви здійснили всі свої бажання, щоб наші миколаївські болівальники, вони раділи успіхам не тільки муніципального футбольного клубу Миколаїв, а також і наших провідних футзальних та мініфутбольних команд. Час нашого ефіру добіг завершення. Сьогодні ми поговорили про розвиток миколаївського мініфутболу та футзалу. У нас в гостях був заступник голови міської федерації футболу Олександр Бобров. Дякую, Олександре, за участь у нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв».